23-летнего Алексея Матюнина задержали 10 ноября. Не за смену пола, за кражу. Трансгендер, казалось, уже продумал, как сложится вся его жизнь вместе с братом-близнецом Александром, который тоже решил стать женщиной. Переехал из Ростовской области в Москву. В столице они вставили импланты, сделали губы, еще пару пластических операций. Оставался последний штрих – поменять имена в документах. Сотрудники паспортного стола проверили сестер по базе, и вот тут-то выяснилось, что Альбина находится в федеральном розыске по делу 5-летней давности. Будучи еще мужчиной, обчистила кассу в магазине на 2000 рублей. Грозит реальный срок. Вот только куда именно поместить Матюнину – непонятно. В России нет мест для содержания преступников, сменивших пол. Гарантировать безопасность Альбине в общей камере ростовского СИЗО не сможет никто. Даже гомосексуальным мужчинам, не прибегавшим к услугам пластического хирурга, в тюрьме приходится несладко. Предсказать реакцию сокамерников на жгучую брюнетку с третьим размером груди, и неважно, что по паспорту она все еще Алексей, нетрудно.